Евгений Александрович, расскажите, как вы сегодня провели день? Чем занимались? Я смотрю, у вас такая форма модная. Вы, наверное, какой-то кикбоксер? Да, где-то возле этого, возле чана где-то нахожусь. А вообще я сегодня устал. Мне вот эта красавица сегодня извела на ухнарь. Туда-сюда, и так мотается перед глазами, туда-сюда, туда-сюда. Я уже на исходе. Вот это еще в аптеку схожу, и все, и труп, все, никаких делов. То есть у вас отдых, вы хотите сказать? Да. Сегодня да. Был сложный тренировочный день, наступает отдых. Я не дождусь, я Бога молю, когда этот отдых придет уже. Все, спасибо за интервью. Да, спасибо. С вами было хорошо пообщаться. С вами был Евгений Саенко и Марина Саенко. До новых встреч.